Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника «Коровиной», раздел «Из русской литературы 19 века» Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна». Рубрика «Фонохрестоматия». Второй вопрос. Как актер передает характеры злой и добрый чародеек, используя ритм, тембр, эмоциональную окраску звучания? Ответим. При чтении реплик злой колдуньи актер использует приглушенную манеру чтения, выражает эмоции понижением тембра, вносит в чтение негативную эмоциональную окраску. Когда актер читает слова доброй чародейки, он повышает голос, делает его звонче, эмоциональную окраску звучания ярче. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!